В ближайшую субботу в женской консультации пройдет день открытых дверей с 9 до 15 часов. Без предварительной записи в городской поликлинике будут принимать акушеры-гинекологи. Женщины на приеме будут даны рекомендации о том, когда нужно будет подойти для сдачи крови. Необходима будет определенная подготовка. Все направления будут выдаваться на приеме. Пациентки получат специализированную консультацию по интересующим вопросам в области женского здоровья. Уточним, что УЗИ-диагностику, маммографию и другие исследования врач назначит при наличии показаний. Кроме того, в рамках Дня открытых дверей в конференц-зале поликлиники состоится лекция «Онкология в гинекологии». Начало в 9 часов.